Всем доброе утро, с вами Галина. Сейчас раннее утро. Подошла к площадке с гейхерами. Здесь такая красота. Поснимаю для вас. Все они стоят в росе. Влажненькие, красивые. Сейчас покажу. Это я для себя высадила расплодные кустики. Буду сама понемножечко размножать. Покажу вам, какая красотища. Регина цветет. Розовые цветочки, серебристая листва. Красавица. Топестри. Вот она. Такая у нее резная зеленая листва. Плам-каскад. Тоже цветение началось уже. Это Милан. Тоже цветоносы уже на нем появились. Sunrise Falls осенью будет оранжевая. Красавица желто-оранжевая. Гейхерелла. Вот такая. Honey Rose зацвела тоже. Тоже красавица. Так. Здесь краешку у меня Рио. Тоже Рио цветет. Интересно, цветоносы невысокие, пышненькие. Так, это у нас пич фламбе. Осенью будет бордовая, красивая. Даже Джорджия Плам цветочек выгоняет, цветоносик. Моя любимая тоже гейхера. Так, молоденькие у меня Galaxy здесь. Голден зебру уже немного делила, потому что все просят. Голден зебра красавица, конечно, гейхерелла. Такая вот она. Так, махагон тоже цветоносик. Ах, перепутала. Это у нас пенелопа. Пенелопа розоватый такой цвет, интересный, персиково-розовый. А это пич фламбе, вот она. Тоже кудрявый лист, очень интересная. Циркус. Еще недавно поделила кустики, еще приходят в себя. Миднайт Баю. Красота. И Миднайт Роуз. Тоже всеми любимый. Кустики тоже делила. Я думаю, к концу лета нарастут уже у меня деленочки. Так, с этой стороны посмотрим. Это коричневая Burnished Bronze. Вот так она называется. Art Deco. Ну вот вроде коричневый цвет. Ой, ну красивая. Какая-то такая вся нахохлилась, распушилась. Хорошо ей. Так, принц. Принц пушистый. Подбой у него снизу листик бордовый. Плам каскады. Ах, красиво смотрится. Нокаут сейчас больше зеленый, но к концу лета будет темная середина, более ярко выражена у него. Бигтоп бронз. Бигтоп бронз. Осенью оранжевая была, красавица. Так, кудрявая Apple Crisp. Оказывается, в альбом я не выкладывала ее на Одноклассники, поэтому ее не заказывали. Сейчас ее разбирают активно. Тиарелки тоже поделила, поэтому маленькие. Happy Trails, Appalachian Trails. Так, Sunspot. Тоже красиво смотрится. А это Назерн из Позже Лайм. Вот, лаймово-зеленая. Такая она интересная. На видео прям желтая, но на самом деле желто-зеленая. А вот черри-кола. Очень мне нравится черри-кола. Цветоносы у нее интересные. Сейчас с этой стороны сниму. Такие вот интересные у нее цветоносики. Ну, обещают, к осени будет прям огонь. Красненькая. Это Fire Chief. Вот они, Fire Chief. Так,
Пелас Пепл. Тоже нахохлились такие хорошенькие. Бинош. Ну, бинош сейчас закончился. Вон еще кустик бинош, почти черная. Придет, я думаю, мне еще обсидиан. Тоже будет черная, интересная. Плюм Роял из новеньких. Распушились тоже. Миднайт Баю еще немного. Вот они, молоденькие. Ну и редровер. Интересная очень редровер. Красивый лист, как у дуба. Так, вот он еще редровер. А вот это уже хопскотч. Тиарел. Ой, гихерела. Тоже красивая оранжевая листва. Так. Так это выглядит полянка вся. И сейчас посмотрим на мои, которые на отправочку.